можно ли запрограммировать человека на самоубийство? Конечно, можно. Девочка падает с крыши. 10 класс. Костюкова Анна. Местные списали как суицид. Зима, что ли? Январь 9. А что сейчас проснулись? Тогда речь шла о 130 детях, ушедших из жизни. И все эти дети были членами одних и тех же групп в интернете. Это паблики такие. Там есть начальный уровень, где все крепоту постят, стихи про смерть. А есть белый список. И это серьезно уже. Аня, не могла в этот список попасть? Никто не знает, когда белый список попал. Нельзя никому говорить, что ты в нем. Бездействие приведет к новым жертвам. Мозг привыкает. Опасность не регистрируется. Жертв узнают по телефону, который они оставляют на краю. Они из белого списка все. Детям внушают. Шаг с крыши. Белый список. Белый список. Всегда есть кто-то конкретный, кто виноват.